Гречка по-купечески, блюдо русской кухни. Гречка получается рассыпчатая, ароматная, а куриная грудка сочная и нежная, готовится быстро и просто, а вкус вас однозначно порадует. Рецепт гречки по-купечески, старорусский. В простых крестьянских семьях овощи и крупы составляли основу обычного рациона питания. В то время мясо было большим деликатесом. Старорусская гречневая каша готовилась на воде, иногда с добавлением овощей, реже на молоке, как сладкий вариант, а богатые купцы мясо могли позволить себе часто, в гречневой каше и в других блюдах, вот так и стали называть в народе гречку с мясом, гречкой по-купечески, тем самым подчеркивая статусность самого блюда. Готовили гречку в чугунах и горшках в русских печах, сегодня гречку по-купечески можно приготовить в мультиварке, в микроволновой печи, на плите или в духовке, с курицей, свининой или говядиной. Делюсь рецептом, как приготовить гречку по-купечески с курицей, это действительно очень вкусно, попробуйте. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками. Лук нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кубиками. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Гречку по-купечески готовить лучше в глубокой сковороде или в сотейнике. Куриное филе обжарьте в небольшом количестве масла в разогретой сковороде. Добавьте лук, посолите, посыпьте специями для курицы, обжаривайте вместе. Добавьте морковь, обжаривайте вместе. Выдавите чеснок, хорошо перемешайте. Гречку переберите, промойте, добавьте в сотейник. В 2 стаканах кипятка размешайте томатную пасту, залейте гречку с мясом, посолите по вкусу. Закройте сотейник крышкой, готовьте на медленном огне в течение 20 минут. Гречка по-купечески с курицей готова. Гречка рассыпчатая, ароматная. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Куриное филе 350 грамм, гречка 1 стакан, лук 1 штука, морковь 1 штука, соль по вкусу, специи по вкусу, для курицы, вода 2 стакана, кипяток, томатная паста 1-5 столовые ложки, чеснок 2 зубчика, количество порций 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Приятного аппетита, приходите еще.